Альбатросы прилетели на пляж. Сейчас постараемся поближе их снять. И так налетели целой стаей. Большие, крупные, вкусные. Да, такие крупные. Ой. Идем, идем. Такие большие. Всех чаек разогнали, ворону разогнали. Такие важные. И летают так низко. Я думала, сейчас мне на голову сядет. Идем ближе. Вон ворон, видишь? Да тут была стая воронов. Они это прогоняли голубей. Ой, видно, у них у каждого свое время. Иерархия. О-о-о, давай, давай, давай. Один улетел. Он сказал, что вернется. Ой, вороны подлетают тут. Вот так вот. Альбатросики. Кукурузу не едят. А сколько время сейчас? Пляж сниму немножко. Сколько время? Спрашиваю. Где уже Света смылась? Вещи оставила. Она издалека смотрит. Сколько время, Игорь, спрашиваю еще раз. Что? Ты можешь сказать время? Он у мужчины спросил. Поэтому и молчу. Ну так скажи, не знаю, что ты молчишь. Ну. Без 5-6. Без 5-6, и здесь уже солнца нет, а там вот есть еще солнце на пляже. Вон солнце. Вон там. Солнце. Где люди на солнце? А-а. Маленький кэцик, люди на солнце, ясно. Остатки солнца. Это сегодня воскресенье, это еще много людей. А будний день вообще никого. 1-2 человека. Зато есть рыбаки. И здесь. Какая яхта красивая. Ага. Она увеличивается. Нет, не могу. Там вон рыбаки стоят. Ну, рыбы нету. Рыбы нету. Митя сегодня чудак ловил. Рапанов мало, но Мидии наловил. Он какой-то парусник, да, смотри? Я ж ты за него говорил. Ты же сказал, за катер вроде бы. Нет, это за парусник. Да? Красивый же. Ну, такой пляж уже. Идти куда-то надо здесь. На этом маленьком майданчике. Как бы говорится, уже все. Ну, там на песке еще есть немножко люди. Ну, не немножко, было больше людей. А, вот чудак это, мидия. Вот, ловит мидии, вот собрал. Вот он их чистит, достает, чистит. Потом опять моет. Я думаю, это не он ловит потом. Да? Какой ловит? Идем. А, вот это вот с какими-то черными, да, штуками? Это только моет. А, да, смотри, как он их моет, чистит. Эти лишние отпадают что-то. Это они идут потом в ресторан продают, наверное. Здесь вот ресторанчик есть. И вот они там, наверное, продают. Тоже голови прям на голову садятся. Я боюсь этих. Они как это, атакуют. Ой, как хорошо на море, чтобы вы знали. Вода теплая. Запах чего? Море. Да. Но его иногда кое-кто портит сигаретами. И вот эти ароматическими, да, вот этими. Курят вот эти. Все, там даже лодка стоит вот.
у рыбаков. Что они? Плыли на ней, что ли? Наверное. Этот чудак, он опять моет. В море окунул, моет опять. Да он сегодня уже второй или третий вот такой мешок моет. Видел, да? Да. Видишь, мелкие камушки, мелкие. Да, да, отпадают. Ага. Да он их чухает. Да, да. Чтобы потом продать. Да, и потом несет, продает, да. Смотри, сколько альбатросов. Так близко к людям, не боятся ничего. Все, хватит. Как еще карты. Как вам эти собачки на пляж пришли? Красавица! Да, чтоб хозяйку не обижали. Все уже собрали, собирается пляж. Скручивается. Как они на всех лают. Девушка, как порода называется? Перуанская гола. Прелесть. Ну, красивая. Прелесть. Перуанская гола. Гола. Почему гола? Ну, без шерсти. Бедно, и холодно, наверное. Ну вот и. Какое красивое море, боже мой. Это прям, это не закат, но уже прям так садится солнце, да, так красиво. А яхта прямо на солнце. Да. И альбатросы кричат. Как же красиво вообще. Какая красота. В каком месте мы живем. Как нам повезло. Это просто невероятно. Кто за зонт зацепил? Альбатрос. Где? Ну, уже зацепился, раз, пролетел. А-а-а. Загорают, ну, стоят, селфи делают, там, круизы. Солнца нет. Ну и что, ну так хорошо. Вон снимаются везде. Вот это Немо дельфинарий. Подсветку включили, так как интересно, да? Так красиво. Закрой. Это дельфинарий внутри, на первом этаже. Это идет, это такое окошко, где иногда сюда приплывают дельфинчики, а здесь рыбки. Здесь аквариум рыбки, можно посмотреть рыбок. Видите, какие там рыбки красивые. А вот туда поднимаются, и там представление.
Вот там представление. Вот и все. И мы идем домой. Где Света?